Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг! Здравствуйте. Видишь, из-за меня уже 3 человека пришло. Ну классно. Да. Ну, Соня там звонит, сообщения всякие пишет, а сюда ничего не пишет. Вообще кидануло меня. Что с интернетом? Нормально все. В смысле сейчас или что-то? Или вообще в принципе? Ну, просто... У меня вообще-то все нормально. Вот 5 человек, все. Школа кончилась. Да, Алина ее съела. Нет, это Алину школа съела. Прерывается. Не знаю. Так. Кинь в ЧС любого. Коля. Блин. Кинь в ЧС любого. Уроки? Какие уроки? Вы что, серьезно? Я только пришла домой. Ага, пришла. Сразу. Она пришла только вообще в час. В час пришла. Нет, ладно. Привет. Давно не виделись, давно не списывались. Амир спрашивает, куда ты выпала. Он прочитал нашу переписку, и он спросил, куда ты выпала. Блин. Сонь, что смешно ты так? Куда ты выпала? Веселая. Где? Вот, блин, вы что, издеваетесь, что где ли? Где твои деньги? Коля, блин, Амир. Угу. Что за жарко? Амир, читай переписку вслух. Нет, выпала. Не читай. Там не особо интересно для ваших ушей. Я только прочитал, выпало и еще что-то. Он не будет читать. Кто ему даст-то? Ну, в смысле, почитать. Не слушай девочек. Амир, не слушай мальчиков. Он же мой брат. Дай почитаю. Он меня... Эй, тихо, уберись отсюда. Не... Амир! Ты мне волосы больно зажал. Тихо. Да убери, да, убери руки свои. Она тебе что-то там писала. А зачем вам это читать? По-братски пришли. Там вообще вас не касается. Вообще? Вообще, вообще, что прям. Что вообще? Ну, не касается вообще. Выпала? Откуда вы там, выпала? Там, где она выпала? Ну, что вам, ну, интересно, куда что выпала? Она выпала? Напиши, куда ты выпала. Я не могу прочитать. Как он будет читать-то, если я тут читаю? Ой, если я тут снимаю, как он будет читать? Ну, там не про вас, но вас не касается. Какая любовь. По памяти. Я запомнила. Она запомнила так, и я выпала. Да. Ой, ребят, кому вы нужны, чтобы про вас еще там не Соня что-то писала? Я, конечно, вас люблю, но не до такой же степени. Угу. Уйди нафиг. Значит, пусть читает. Так, блин, там... Я запомнил одно слово. Недавно было 2. Нет, ну как сказать, в это не прик... В это считается словом вообще-то. Да, ну ладно. Значит так, ну-ка давай послушаем сейчас. В... Так, что-то там запомню. Го, все, выйдем тогда. Сговоритесь там потом и будете мне всякие не тупые вопросы задавать. Не смотрите ее больше никогда. Сколько время? Сколько время? Время? Ну, мне на тренинг уже идти надо, блин. Я пошел. Давай. Не смотрите ее никогда, уходите все. В смысле, Соня, ты-то куда пошла? Да господи, ребят. Ну давай. Давай, очень серьезно, что ли? Ну давайте, все ушли, кроме Вовы и Гриши. Молодец, Коля. Ну ладно.
придурки, а. Соня, они взяли и ушли. Они реально все ушли. Ну, просто вот мне Соня, девочка вот эта вот, которая Кисоня, она мне писала сообщение, а тут рядом брат мой лежал, и я тут обсуждала эти сообщения с ней тут в перископе, и ребята, которые тут были, они говорили, типа, брату моему, читай вслух, о чем они там. Блин, я нихера непонятно объясняю. Короче, вот. Соня. Я пошел. Что сзади? Я видела. Как их позову обратно? Я не могу приглашать. Пока, Амир! Я не могу приглашать свою трансляцию. Сколько человек? Ага-ха! Один человек! А, видишь, я ушел! Ты прикинь, они просто обиделись и сразу на раз вышли. Все. Видите? Не смотрите ее никогда. Кто тебя смотрит вообще? Посмотри. Соня! Соня, уходи! Соня, тебя даже Соня не смотрит. Классно. А написано один человек. Угу. Да, знаешь, но это, наверное, может... чтобы не обижать меня. Значит, можно говорить плохие слова. Говори. Плохое слово. Ага-га, не ты не слышу. Ну, пила, это что, шутеечки такие? Кстати, Мир, удали Лярскую из друзей. Почему? Ну, не чтобы она у тебя в подписчиках была, а как бы ты ее заблокируй, а потом разблокируй. Потому что ты, блин, видел свои фотографии со средним пальцем ВКонтакте? Нет. Нет? Тебе показать? Ничего. Если она увидит, она меня прибьет. Скажет, блин, это что такое? Твой брат. Конечно. Она видела?